Глава города провел совещание, на котором были подняты вопросы, касающиеся благоустройства привокзальной площади. Сергей Сергеев дал поручение управлению ЖКХ совместно с муниципальным контролем найти собственника участка вблизи железнодорожного вокзала, который утопает в грязи и мусоре. Глава Анапы обратил внимание на жалобы горожан. Прилегающая территория возле железнодорожного вокзала захламлена мусором. Негостеприимные гостевые ворота, встречающие приезжих, вредят имиджу курорта. Водители такси в ожидании своих потенциальных пассажиров пьют кофе, перекусывают, а стаканчики и другой мусор выбрасывают прямо рядом со стоянкой. Специалисты встретились с начальником вокзала. Сергей Бродецкий сообщил, что уборка территории производится ежедневно. На парковке у вокзала установлены специальные урны с маркировкой для пластика, бумаги, стекла и металлических отходов. А отсыпанная парковка напротив вокзала в летний период сдается в аренду и не является собственностью российских железных дорог. За проезд на парковку арендаторам взимается определенная сумма, которая идет в том числе и на уборку территории. Однако по окончанию сезона шлагбаумы демонтируются, а мусор становится ничьим. Сотрудниками муниципального контроля были установлены арендаторы участков, на которых составлены административные протоколы за ненадлежащее содержание территории. Кроме того, их обязали убрать мусор в кратчайшие сроки.